кетті ғой. Мен тағы да бір жұмыс іздеп отырмын. Маған қосымша жалақы керек. А зачем тебе еще деньги? Ты же неделю назад получал зарплату. Дарина, кез келген нәрсеге тапсырыс бере бер. Ақша мәселе емес. Let me lend you some money. О, я тебе тоже одолжу денег, мы же все-таки друзья. Маған біраз ақша бересің деме? Рахмет, достар. Айтпақшы, Сергей, бізде жақын арада мерейтой болады. Соған сен әкеңнен көлігіңді алып бересің ба? Дарина мен біраз қыдырып қайтайын деген. Извини, мой отец загнал машину в ремонт, так что не получится. Ты же сам работаешь у СТО, возьми там какую-нибудь машину, аккуратненько. А, жақсой, рахмет. А ты купил машину? Жоқ, бір екімге досымнан алдым. А ты точно друга? Я, неге сұрадым? Нет, ничего, а это Феррари? Жоқ, Лада. А меня Дарина зовут. Блин, какие у нас кизы же музыка. Че, кетті ба? Когда мы вместе, никто не круче, но это в прошлом. И я не знаю... Яркан, там за машиной хозяйка пришла, нужно ключи отдать. Жерсы? До скорой встречи, моя любовь тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи. А это Феррари? Чувак, Лада. Ерканат, нам надо расстаться. Неге? Потому что ты меня обманул. Don't be upset. Maybe she's not the one you need. I'm sure your love is somewhere near. Let's go to work.